Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Шек, и добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики, только благодаря вашим лайкам выходит данная серия. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас и на мой видос, и на Жекин видос набираем по 15 лайков, и обещаем то, что следующая серия троллинга выйдет как можно скорее. Да, да, вперед, погнали, ура, ура, ура! Что у меня сегодня будет за карта? Ребят, я на самом деле скажу то, что мы с Жекой недавно купили себе четвертую плойку, и я купил такую игрушку, она называется Uncharted. И это типа а-ля Лара Крофт. Ну, то есть, есть чувак, который расхищает гробницы. Можно так сказать. Вот, поэтому, ребят, плюсик, кто играл и в Лару Крофт, и в Uncharted, да. Вот, поэтому я сегодня Жеке сделал такую карту, где у него будет много всяких испытаний, много всяких загадок, много всяких ловушек. И я надеюсь, что Жека сможет добраться до золотого Эльдорадо. Сокровище нас спрятано древним племенем Стефанов, Ибрагимов и многое другое. Короче, вы посмотрите, что там за финальное сокровище будет. Главное, не переключайтесь, не перематывайтесь, не выключайтесь. И вообще, ребят, кстати, пальцы вверх, как я уже сказал, и обязательно подписывайтесь на канал, это самое главное. Будет приятно, если вы подпишетесь. А я пошел проходить карту уже Ниндоса, пройду ее как можно быстрее, расплюнуть за 5 минут, и потом вернусь на мою карту уже с ним и буду его троллить. Поехали, дебил, ты что на меня смотришь? Пошли! Пошли! Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мою тролло-лололин карту? Готов? Я готов. Я могу проходить? Да? Все можно? Да, ты можешь проходить, Эдисон. Я тебе расскажу, что это за карта, когда ты пройдешь первое испытание. Вот. Да, вот. Да, все вот. Понятно, да, все понятно. А что тебе понятно, ничего не понятно? Все понятно, то, что я даже на карту не смогу пройти, да? Все понятно. Да, я тебя затроллил, ха-ха. Да, все, то есть я могу уходить, да? Нет, ты не можешь уходить, ты не можешь никуда уходить, Эдисон, никуда не можешь. А, там были невидимые блоки, я просто не попал, там все было, да? Какие невидимые блоки? А вот, я тебе не скажу. Ничего там не было. Да вот, ты сделал невидимые блоки вот там. Где? Вот тут. Какие? Вот! Какие, ничего тут нет. Так посмотри! Нет, в смысле прозрачные вот блоки, вот тут. Прозрачный. Ты что-то не дебил. Я тебя затроллил на твоей же карте. Вот ты, конечно. Так, а посмотри. Я что-то не доработал. Что, да, ну я тебя... Это не смейся челлендж, да? Это не смейся челлендж, как я понял. Ну это я тебе расскажу, да. Но тебе нужно вначале на него попасть. Как я попаду сюда? Затопило его, понимаешь? Я понимаю, какой-то водой, которая убивает. Как мне сюда попасть? Я не знаю, Эдисон. Ну, наверное, раз ты не можешь туда попасть, значит, что-то должно быть перед троллингом. Что-то явно должно быть. Что-то где-то вот здесь должно быть что-то. А почему, когда так, ты падал, ты этого не заметил? Да тут. Молодец, молодец, молодец. Что это? Молоко. Хорошо, молоко тебе понадобится, я думаю. Зачем? Вот, не знаю. Только одно правило, ты не можешь собирать эту воду. Так это же не вода, это какая-то проклятая хрень, которая убивает. Не, вот эту любую воду ты собирать не можешь. А может, какие-то другие жидкости? Не, вот, ты можешь забирать. Такая маленькая подсказочка, такая маленькая. Где? А где я вижу не воду? Я что-то не могу... Где я лаву вижу? Да. Только мне нужно... Не, Я воду случайно в лаву поставил! Вот я дурак! А что мне... Всё! Запорол! Ты всё запорол! А ты понимаешь то, что я не могу отсюда лаву забрать? А если я туда спущусь, то... Не отсюда надо было. Нужно было сюда прыгнуть, и тут можно было забрать. Так я понимаю, но только я не могу туда прыгнуть. Не-не-не, я тестировал, это можно сделать. Но ты все сломал, поэтому ладно. Ага, все, ну тогда быть... дай. Да ёпперэсэ, ты заколебал. Все, давай. Ты знаешь, что делать. Молодец. Только собираю, тут сейчас разольется, тут везде собираю. Молодец. Все, паркур. Ты собака. Паркуром. Так, Эдисон, пока ты тут паркуришь, я тебе расскажу. Да, я все прошел. В общем, смотри, Эдисон. Ты рассказывай, я пока с рукой на лице посижу и подумаю, что тут происходит, мать твою. Короче, Эдисон, помнишь в предыдущей серии «Не смейся челленджа»? Это ЁПРСТ, это ты какой же ты дурак! Ну. Так случилось, что у вас с Игорем были одинаковые скины почти все, но Игорь почему-то их быстрее, чем ты показывал, короче, все спер. Это я согласен, да, есть такое. Есть такая проблема. Ты не хочешь узнать, почему так вообще? Вот как раз таки мне интересно. Вот поэтому тебе нужно отправиться к Игорю, но для этого ты должен пройти мое испытание, понимаешь? Какое к черту испытание? Испытание Лунтика. Какого Лунтика?
сам. Ой, я опять не тот сундук открыл. Ты вообще ни хрена не открыл, мне колбасит по полной. Нет, ты открыл сундук, пройдите. Я ничего не открывал, мне колбасит. Да тебя колбасит, это нормально на самом деле. Я ничего не вижу! Я ничего не открываю, Жека. Да, открываешь. Опа! Опа! Я какие-то стрелы достал. Ару вид. Ару. Да, ты можешь меня отпустить, Опа! Кнопочка! Кнопочка! Это все, хватит, мать вашу! Успокой его, пожалуйста! Меня стошнит уже! Ладно, сейчас я тебе помогу, я тебе так уж и выйти помогу. Успокойтесь, проклятый! Ты что сделал? Ничего не сделал. Это ты, дебил, что там сделал? Апокалипсис какой-то нахрен. Ну что, Эдисон, что такое? Что такое? Харчик дай мне, включи Peaceful. Peaceful включи. Подожди. Не так все быстро. Да все так быстро, давай. Ты пока я там делаю, ты сейчас тут мою карту пройдешь. Смотри, короче, Эдисон. Ты находишься на границе, возьми хавчик, я тебе скинул. Ты находишься на границе Украины и России, понимаешь? Тебе нужно пройти через границу. Ну тут стоят украинщики, пограничники. Пограничники, ага. Вот. И они тебя, как бы, ну, они не очень-то любят, понимаешь? А, меня не любят. Можешь стрелять только в кирпич. Кирпич, да? Ага, да. Какой кирпич? Ты так сильно не трать стрелы! Быстрее, дальше, ой! Лети, Эдисон, дальше! Пацаны, дальше лети! Пацаны, куда мне лететь? Давай, Эдисон! Собаки зажали, собди! Посмотри на этих собак. Да давай, лети уже, мать твою, куда ты в землю летишь? Ты сейчас сам застопорился, согласись. Давай! Да! Меня сейчас убьет нахрен, я полсердечка! Так, Эдисон, ты приехал в Украину, это дом Игоря. Заходи. Никуда я не пойду, я на свой троллинг, идите в страху со своей вот это все. Никуда я не... Ты сам меня потопил, Эдисон, ну! Никуда я не пойду, да, выпустите меня! Давай. Эдисон, ты пришел в дом Игоря, понимаешь? Вот он стоит, ну быстрее, заходи! Давай, отомсти ему за то, что он... Эдисон, ты что мои идеи украл? Игорь! Ты понимаешь, Эдисон? Я весь этот троллинг устроил только для того, чтобы тебе объяснить, что никакого Игоря не существует. В смысле? Ты сам себе придумал какого-то Игоря, который крадет у тебя какие-то идеи, на самом деле, вы просто один и тот же человек. То есть такого человека, как Happy Lime, не существует, да? Ты понимаешь, вы один и тот же человек, у тебя развеяние личности. Тебе меня... лечиться надо, понимаешь, психушку тебе надо! Да у меня, значит, два канала. Не слушай, это моя прелесть. Мы самые умные во всем мире, я твоя вторая личность. Понял? Вторая твоя личность. Короче, победим весь. У меня, то есть, два канала, да? Есть два канала. Ой, какие-то у него два канала еще есть. Короче, нет. Ладно, Эдисон. Нет, я вторая твоя личность. Мы победим вместе этого Жеку. Да, да. Да, ну это еще... круто. А, то есть ты Игоря вообще не знаешь, не существует, да, такого человека? Нет, вообще? Я вторая личность, ты что, не понимаешь, что я совсем тупой, да? Ну хорошо. Я знаю Игоря, да, ты иногда превращаешься в Игоря, вот сейчас ты сам разговариваешь со мной почему-то, и думаешь, что ты с кем-то другим разговариваешь. Мы вместе его победим, мы победим. Много каких-то мыслей в голове, я не могу сосредоточиться. В общем... Мне одно и то же разные вещи говорит, ну понимаешь, Эдисон, у тебя раздвоение личности. Ай. Вот. Я как-то не замечал до этого до сих пор, на самом деле. Да, Эдисон, я твоя вторая личность там. Моя вторая личность случайно в Бердянске не живет? Ну, возможно, понимаешь, есть у всех мешок, есть у скелетов, понимаешь? А, я вас оставлю, вас с двумя вашими личностями, все, я пошел твою карту проходить. Да иди сюда, тут вторая, тут личность вторая шутит прикольно. Развлекайся в Бердянске. Да тут нам смешно, да вернись. И вам смешно, это хорошо. Короче, слушай, анекдот, короче, рассказывай, давай. Это с этим неинтересно. Все, хватит ходить. Два ге в бассейне. Два ге в бассейне, а там, которая... А, я помню, да. Было такое, я где-то слышал. Конечно, ты бы еще не помнил, ты моя вторая личность. А, ну я тогда все помню. А как там погода в Бердянске, кстати? Нормально. Сиди сам с собой разговаривай. Хорошо тогда, что моя первая личность не в Бердянске живет, это уже хорошо.
Ну что, Евгений? Я готов пройти на вашу карту, давай. Ну давай, проходи. Включай гейммод 2. Так, включим. Да, включай гейммод 2 и заходи. Я просто вижу тут одну штучку. Да не, это не там, я вижу штучку. А ничего там нету, ничего там не было. Ничего там нету. Все, давай, проходи. Так, ты проходи. Да, молодец. Так, в общем, да, предыстория, да? Ага. Я немного назадрочил, я тебе так скажу. Мы же недавно с Евгением купили плойку четвертую. Я себе купил игру, называется Uncharted. Расхититель гробниц, вот. Я прям позадрочил очень много, поэтому я сегодня решил сделать такое испытание для тебя. Ты сегодня будешь у нас расхитителем гробниц, понимаешь? Ага, понятно. Вот, поэтому. Это какой-то прям уровень из игры или это? Нет, это просто я придумал, и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Умер! Так, значит, в том сундучке ничего нету. Может, в другом что-то будет? Не, на самом деле тут вижу лианы, поэтому я по ним полезу. Да нет, только тут. Не надо никуда лезть. Надо туда лезть. Точно? Ну да. Мне кажется, надо. Да не надо никуда лезть! Тут написано spawn point. Да это я случайно поставил! Да. Не надо, уходи. Вот, молодец, все, сюда не надо залезать. Да не надо сюда залезать. Ну хорошо, там написано, значит, ну хорошо, ну хорошо, давай. Да твою мать! Ты миллионами. Я думал, что залез, нафига меня то скинул. Да я сам не знаю. А, хотя подожди, тут spawn point в любом случае поставил. Да, в любом случае. Так, вопрос. Вопрос таков. Опа! Четко. Зашибись. Отлично. А, там была еще одна кнопка. Так, а, ну это кнопка. Ну хорошо. Я кажется, правильно все сделал. Нет. Так! Нет. Затроллен! Так, хорошо. Так, хорошо. Что я еще тут могу сделать, если я залезу сюда? Не-не-не, ты все правильно делал, Евгений, Да нет, меня сейчас опять троллят. Нет, ты все правильно делал. Вот сейчас я тебе серьезно говорю, тебе надо сюда упасть, но тебе надо не попасть на нажимную плиту. Какую нажимную плиту? Я как бы на кнопку нажимал. Это нажимная плита. А в смысле, а куда мне нужно попасть? Тебе нужно сюда попасть. Только прям на краешек блока, чтобы не нажать на нажимную плиту. Ты что, дебил? Это реально. Я также тестировал, это все реально. Ты мне делал такое испытание ненормально, я тебе тоже сделал. Нормально, ты какой-то еще жопой на краешек попал. Нет, ты прыгаешь прям на центр. Я пробовал, да? Честно, у меня с 10 раз, ну где-то 5 раз получалось. Вот. Хорошо, еще попробуем. Так. Краешек. Вот я сейчас на краешек прям прыгнул. Нет, это не на краешек. Я такого на самом деле ничего ни разу в Майнкрафте не видел. А, ну вот, а это реально. Да, так я даже не знал, что так можно. Потом попробуем. Потом можешь попробовать в Майнкрафте, если не веришь мне, что это работает. Хорошо, давай, Евгений, старайся! Вы сейчас точно прям на краешек! Хорошо. Так, короче, я не знаю, мы будем еще Евгения троллить или нет. Не, ну я тебе на самом деле скажу то, что это реально, Жека. Хорошо, ну, раз ты такой непроходимый, то хорошо, давай, я упрощу тебе задание. Так, хорошо. Ага, это то, что я видел в самом начале, 1-8. Чего, это только одна цифра была? Да, это только одна цифра была. Зашибись, нормально. Так, хорошо. Давай, выбирайся. Одна цифра, так. Тут, видимо, что-то должно быть в ящиках. Мне кажется, что-то должно быть точно в ящиках. Одна цифра. Молодец. Так, здесь тут как? У нас. Чё? Ладно, не, ничего. А ну в смысле, выйди сюда, ну. А чё за хрень не могу понять? Ну ты сам ты сломал там. Да, потому что, да. Как? Это ты издеваешься? В смысле? Чё это за хрень? Сделать нужно. Как ты проходишь? Через 3 блока перепрыгиваешь? Вот так вот, Эдисон. Чё вот это за мать лагучий, в смысле? Ты сейчас тоже так же... А как? И чё? Это забор же каменный. И чё? Там, типа, ты можешь по нему вверх карабкаться. Ну, не прям, когда он стоит ровно, а когда... Ты всю мою карту поломал, понимаешь? Ну ничего, я тебя ещё затроллю. Хорошо, если ты взломщик... Смысле, я поломал, я ещё ничего не делал, я просто залазил. Хорошо. Ну, в смысле залазил, то я не знал, что эта хрень так работает. Я тоже на самом деле не думал, что она прям так работает. В смысле? Смотрите, ребят, вот стена. Окей, я могу просто взять и на нее запрыгнуть. А вот смотри, отсюда я не могу запрыгнуть. Вот отсюда ты можешь. Отсюда. На 2 блока ты можешь, на 3 не можешь. Вот дебилизм на самом деле. Дебилизм. Да, хорошо. То есть я могу теперь вот так вот тут попрыгать, вот так вот, и вот так вот, типа, и так не надо, да, делать лучше? Да, да ты можешь вообще всю карту пройти, если хочешь, да. Да не, я вот... Взломщик! Туда можно было? Нет, туда нельзя. Туда не надо, в принципе, не надо. Хотя...
Ну, стрелы я говорю. Да. Я их, пожалуй, возьму. Возьми, так. Возьми. Стрелы тебе пригодятся, мне кажется. Пригодились бы, но уже все. Уже все не пригодятся. Потому что ты уже перепрыгнул через мой ловучий забор. Я тебе честно говорю, извини, я не знал, что это как бы это. Я не специально. Ловучий забор! Ну хорошо, хорошо, ничего, я на тебе еще отыграюсь. Я отыграюсь на тебе. Давай. Ну что на мне-то, на Майнкрафте отыгрывайся. У тебя еще две, так, подожди. У тебя две цифры, да, есть две цифры. Да, если что, я NPC этих, а только вот одного могу бить. А какие у тебя цифры, Евгений? Все, я тебе не дам ни одной подсказки больше, ни одной. 3-4-1-8. Да, хорошо, хорошо, мне без разницы. Я тебе не дам больше ни одной подсказки. Да, да, хорошо, молодец. Такой спросил. Да мне без разницы, на самом деле, что-то просто так тебя спросил. Так, а что, мне этих NPC надо, да, пить или не надо, фиг знает. Ага, надо все-таки. Лук выпал, который тебе больше не пригодится, потому что он для этого нужен, вот для этого, вот сюда надо было выстрелить. А ты пробрался через лагучий вот этот, вот сюда, чтобы перепрыгнуть, вот. Отсюда должен был упасть песок, и вот так перепрыгнуть. Ну круто. Лагучий Майнкрафт, паскуда. А что, мне еще нужно две цифры, да? Да, еще две цифры, будь внимательным, Евгений, будь внимательным. А, то есть я так могу снова сделать. Да нет. Нет? А чё ещё теперь не могу так делать? Вот, я тоже не знаю. Спасибо, Майнкрафт. Я опять ему похлопаю, потому что это прекрасная игра. А дальше. Две цифры. Соображай. Ты их не найдешь, ты их должен сам заметить глазами. А, вижу, тут что-то выделяется, да. Тыкаю. Что-то внизу, может. Сверху. Не знаю, я пока что ничего не вижу. Тут что выделяется, не выделяется. Выделяется. Извини, можно я вас потревожу? Можно? Ну. Блоки выделяются, цифра 0 выделяется, 0, цифра 0. А, это типа 0, я думал, здесь типа секретный проход. Нет, это... Понял, так, то есть 0. Это какая цифра по счету? Я не знаю, сам додумаешься. Так, еще четвертая нужна, Ага, четвертая. Угу. Тоже так типа нужно заметить, да? Ой. Надо додуматься просто. Надо найти какой-то символ, который оставили первые люди на нашей планете. Первые люди, которые нарисовали что-то на Земле. Такой прекрасный символ, который выделяется на всей карте. Вопрос. Да, вопрос. Вопрос. И возле вопроса стоят джунгляпурчики. Джунгляпурчики. Тут может быть какой-то секрет в слове джунгляпур. Так, нужно. Нет, секрет, может... секрет в том, что тут три джунгляпурчика и цифра 3. Ёпрсете. А, ну. Логика сегодня на нуле. Хорошо, как? Как? Сейчас, подожди, то есть 8. 8. 8. 8. 8, 0. 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2. Да. Молодец! Беги! Зашибись. Выделяется. Что выделяется? Выделяется в этом коридоре. Так, выделяется что-то в коридоре. Какой-то, видимо, должен быть блок выделяться, да? Да, вот, ты на нем стоишь. Вот, да, я встаю, но я не знаю, что с ним делать. Ой, застрял! 8-0-4-3. Хорошо. Ай, да ладно, прошел! Ага. Прикольненько. Не все так. А, то есть я должен сесть в вагонетку. Да, да, должен... это, в принципе, просто. Я что-то такое проходил, по-моему, уже когда-то. Сейчас. Хорошо. Так, сел, и сейчас я должен пересесть на другую вагонетку. Да. Только это как-то сложно, потому что она что-то далеко! Молодец. Нормально. Молодец. Давай, поехал! Давай! В другую сторону! Давай! Ай, как сложно! Нереально, просто нереально! Да, давай, Евгений! Какой-то блок выделяется, мне это не нравится. Да? Да. А что? Только не оттыкаю, еще ничего не происходит. Как громко, твою мать, ни хрена не слышу! Да ничего не выделяет просто. Да? Да. Ты тыкай на вагонетку проклятую! Да я тыкаю на неё. Я тебе помогу! Давай! Причём вот это, я просто тыкаю на свою вагонетку, почему-то моя вагонетка шатается. Ты тыкаешь что, на свою вагонетку? Нет, ты тыкаешь на свою вагонетку, да? Да. Чё ты... Нет, ты пэшнул? Да, потому что проблемка. Тебе надо вырасти немного, вырасти, чтобы достать до другой вагонетки. Ты пэхнись. Жека, тут ты не достаешь, потому что ты слишком низкий, понимаешь? Надо вырасти. Держи растишку. Растишку держи.
Выпей. Расти. Я не могу. Ну, сейчас тебе надо вырасти, вырасти, понимаешь? Вырасти, вырасти, вырасти надо. А, типа как-то вот так сейчас. Вырасти, вырасти. Давай, 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 расти, расти, Евгений, расти, расти. Расту, расту, расту. Давай. Так, ага. Молодец, какой так, молодец. Растишка. Так, ну, давай, 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 она не там просто, понимаешь? Растишка, растишка помогла, растишка помогла, да, вагонетка. А не далеко, б... слишком далеко, понимаешь? Да, вагонетка вообще. Толкни в другую сторону. Да. Да шо ж не так? Не работает давай. Вагонетка! Давай! Опа! Поехали, поехали! Опа! Давай, давай, давай! Опа! Да шо ж на таке творится, да нажимай! Да хопа, 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 хопа! Ну, на тебя ты пэхнул, чтоб ты не мучился. Проходи, проходи, Евгений. Ты, так. Ты можешь уже уменьшиться, тебе не обязательно быть таким. А гигантом. Можно мне дверь открыть? А, ну ты просто заметил, тут блок выделялся, вот ты на него почему-то не нажал. А, понятно. Так, поехали. Зажиби. Зажиби. Твою мать. Зажиби. На другую вагетку пересядь. На другую пересядь. Да я понимаю. Ага. Опа, молодь, какой умничка. Я не успел его взять. Хоть, взял. Взял, молодец, молодец. А, давай. Оп. Не нажимается. Да что ж это нажимается тут все. Я тебе... Вот, молодец, молодец. Так, все, поехал, поехал, поехал. Писюн. Спасибо тебе. Жека, ты знаешь, что это? Это древний артефакт наших... Да ты паскуда, подожди, эти вагонетка сраные уберу, а то воняют тут, подожди. Так, все. Так, Жека, это древний артефакт. Артефакт древний, понимаешь? Не будет понять. Блядь, все нормально. Это древний артефакт наших вот этих предков, понимаешь? Ага, ага, понял. Золотой писюн Эльдорадо. Эльдорадо, понимаешь? Понял, понял, прикольно. Чё прикольно? Ты ж всё это проходил, чтобы его забрать. Ну да, да, что тебе надо его забрать? Золотой! Так, всё, хорошо, хорошо. Жека, спасибо, что привёл меня сюда. Я себе домой заберу его. Так, куда бы его поставить? Сейчас сюда поставлю его. Подожди, этот подожди, человек говорит мне ещё мне, подожди. Что я думаю о писюнах, там, любитель писюнов. Это золотой Эльдорадо, это не писюн. Это древнее, древний артефакт. Понятно, понятно. Ацтеков, понятно. Понимаешь? В следующей серии будет Эдисон, но скается. У меня есть золото, которое хватит до конца жизни. А ты все просто это так отказываешься? Да, мне кажется, самое главное не золото в жизни, а самое главное... Писюн, писюн. Да, а, да, писюн тебе главное. Да, хорошо, ты можешь уменьшиться, Жек, мне просто некомфортно. Да, не, так. Мне некомфортно, когда такой огромный. Ты мой охранник, ходор, хорошо. Ходор, ходор, ходор. В общем, ребята, ставьте огромные пальцы вверх и на мой видос и на Жеке, набираем по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что следующая серия троллинга выйдет как можно скорее. Да. Ходор, ходор. Ходор, ходор. Он хотел ходор. Сказать, чтобы подписываться на Инстаграм, на канал и все да, остальное. Ходор, ходор, ходор. Ходор, да, не говорит. Да ходор. Ходор. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, да хор, и всем хор, пока. Ходор, да хор. Да хор, да сам, да хор.